что нам стоит дом построить? С этим вопросом мы посетили 16-ю специализированную выставку «Киев Билд». 29 февраля по 2 марта 2012 года в Международном выставочном центре при поддержке Министерства регионального развития, строительства, а также Национального союза архитекторов Украины прошла выставка «Киев Билд 2012», где был продемонстрирован весь цикл строительства от идеи архитектора и до реализации объекта. Ни одна строительно-архитектурная выставка не обходится без участия компании «Блиц Инвест», которая представляет на украинском рынке современные изоляционные технологии. С 2007 года мы начали этот бизнес. Завозили продукцию непосредственно из Канады, технологию купили там, научились производить этот материал у нас в Украине, на заводе. Производство у нас существует второй год. Универсальная бесшовная напыляемая гидроизоляция, производимая компанией Blitz Invest, разработана на основе водной модифицированной битумно-полимерной эмульсии. Покрытие наносится на обрабатываемую поверхность методом холодного распыления. После затвердевания образует высококачественное антикоррозионное гидроизоляционное мембранное покрытие. Это совершенно новый вид технологии по гидроизоляции фундаментов, кровель, металлическая антикоррозийная защита металлических конструкций, бассейнов, резервуаров для питьевой воды, для технической воды, химических емкостей и так далее. Что главное и важное в этой технологии, это то, что установка и оборудование и материалы могут оставаться на земле на расстоянии до 100 метров от объекта. Это экологически чистый продукт. Можно работать в закрытых резервуарах без вентиляции. У нас есть гигиеническое заключение санэпидемстанции Украины для применения этого материала. Впервые выставка «Киев Билд» была проведена в 1997 году. За свою многолетнюю историю этот выставочный проект вырос не только территориально. На сегодняшний день выставка представляет собой бизнес-форум для профессионалов строительной и смежных с ней отраслей. Эта выставка традиционно является отражением ключевых направлений развития передовых достижений отечественной и мировой строительной индустрии. Компания «Бавария Вольф Украина» дважды лауреат немецкой премии «Бундеспрайс». Эта премия соответствует советской государственной премии. Награда была присуждена за выдающееся инновационное достижение в области строительства. Материал «Фон Стар» был разработан немецкой компанией «Вольф Бавария» в 2004 году. С тех пор он распространяется по всему миру и сейчас продается в данный момент в 23 странах мира. Представительство на Украине открыто вот сейчас, как раз в феврале 2012 года. Мы начали экспансию на украинский рынок. На Украине открыто дочернее предприятие «Вольф Бавария Украина». Мы сейчас находимся в стадии выстраивания дилерской сети по распространению нашего материала по всей территории Украины. Инновационным отличием систем «Фон Стар» является многослойность каркаса от 9 до 18 слоев. По толщине материал — это тонкий, эффективный против воздушного, ударного и структурного шума материал, который применяется во всех видах промышленного гражданского строительства, на всех поверхностях внутри, в основном здании. Потолки, стены, пол. Уникальность его заключается в чрезвычайно небольшой толщине его и при этом очень высокой эффективности и универсальности против всех видов шумов и звуков. Вопрос экологии наших телезрителей интересует больше всего. Наш материал обладает уникальными экологическими свойствами. Он абсолютно безопасен для здоровья ваших детей и животных, как в процессе его монтажа, так в процессе его эксплуатации, так и в процессе его утилизации впоследствии. Этот материал и все материалы, применяемые в нем комплекции, не вызывают никаких аллергий, никаких раздражений и прочих неприятностей. Гостем «Киев Билд 2012» стал премьер-министр Украины Николай Азаров. Пообщавшись с участниками выставки, Николай Янович отметил, что отечественное производство постепенно оживает после кризиса. Однако выйти на докризисный уровень не позволяет отсутствие инвестиций и слаборазвитое ипотечное кредитование. Очень интересная выставка, да? Примерно, как мне рассказали, 50% здесь украинский производитель, это уже хорошо. Что обращает на себя внимание, прежде всего? Конечно, это энергосберегающие технологии, оборудование для производства и строительства предприятий аграрного комплекса. То, к сожалению, мы пока еще не вышли на докризисный уровень по объему строительства. И для нас очень важно сейчас создать все условия для того, чтобы хорошо развивалась ипотека и инвестиции в строительный комплекс. Подошел к концу очередной выпуск программы «Экспо Ньюс». Надеюсь, вы получили ответы на все интересующие вас вопросы. До новых встреч на канале «Эко ТВ».